Вот салфеточки, пожалуйста, угощайтесь. И вода у нас бесплатная, наша своя, из собственных источников, артезианская, сертифицированная. Первым делом гостеприимство. В жаркий день отведать целебной воды особенно приятно. Одни участники фестиваля помогают утолить жажду, другие угощают домашними леденцами, третьи демонстрируют продукцию собственного изготовления. Все они ремесленники, мастера народных промыслов, собиратели трав. Встретиться им помогли представители Русского географического общества. Этот праздник становится у нас уже ежегодным. Он второй раз у нас проходит на Макшанской земле. Благодарю своих помощников, которые организовали этот праздник. И, конечно же, рады, что так много народу приезжает к нам на праздник с разных регионов: с Ульяновска, Саратова, с Мордовии. Любой народ, любая нация сильна своими традициями. Именно здесь мы вспоминаем нашу культуру, именно здесь мы с добром относимся друг к другу и преломливаем хлеб, и встречаем гостей хлебом с солью. Дело не ограничилось выставкой изделий ручной работы и блюд домашней кухни. Как и любой другой этнокультурный праздник, данный фестиваль дал возможность выступить многим творческим коллективам. Для всех, кто приехал на фестиваль, провели целую серию игр, соревнований, конкурсов и хороводов. Кстати, в этом году Сурский Яр стал международным. В нем принимали участие гости из Туркменистана и Узбекистана.